Друзі, законопроект про мобілізацію хочуть прибрати ключову його частину про термін служби. Зараз він визначений там 36 місяців. Я довго добиваюсь, вважаю, що він має бути меншим, але прибрати його взагалі, і тобто залишити систему, коли люди як риби навічно там, і коли вихід з військової служби або важким 300-м, або 200-м, це неприпустимо. Буду боротися з цим і добиватися, щоб термін служби був визначений. Найкращий – це той термін, який я відстоюю з самого початку – 18 місяців. Дуже важливе питання, буду боротися, щоб вони, знаєте, не загубили десь термін служби. Щоб, знаєте, собі їм здається щось полегшити. Насправді, полегшити просто за рахунок знищення тих людей, які врятували країну. Друзі, всім привіт! Верховна Рада прийняла закон про автоматичний порядок надання статусу учасника бойових дій. Людина отримала бойові, не дай Боже, людина отримала поранення, автоматично дайте відповідний статус, несіть відповідні відомості. Друзі, довго боровся за це, подавав відповідні ініціативи, нарешті це рішення прийнято. Тепер десятки тисяч людей мають спокійно і швидко отримати статус учасника бойових дій. Треба довести це питання до кінця, щоб були прийняті всі підзаконні акти і щоб ця система запрацювала. Працюю далі для вас. Друзья, всем привет! Сейчас мы поговорим о договоре о безопасности между Украиной и Великобританией, о том, что привез Риши Сунак в Киев. Вчера премьер-министр Великобритании был в Киеве, я его видел, он выступал в Верховной Раде. Что все это значит и что это не значит, потому что тут много уже разошлось вокруг этого конспирологии из Рады и Перемога. В общем, сейчас обо всем об этом подробно и, конечно, как на это реагируют на московских болотах. Сейчас вам расскажу, а вы, друзья, не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка, колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Итак, у нас действительно важное знаковое событие. Вчера в Киев приехал Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, и подписал с Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Давайте там вот сразу по пунктам. Сразу главное, это зрада чи перемога? Друзья, это точно никакая не зрада, это безусловно перемога. Но перемога ли это какая-то окончательная, бесповоротная и прям триумф? Нет, это тоже не так. Это очень важный международный договор, важный шаг на пути Украины к миру, безопасности, членству в НАТО, что очень важно, об этом мы поговорим отдельно. И это очень важный шаг. Но это не тот шаг, который остановит эту войну. Это не тот шаг, который, знаете, теперь британские солдаты, боже храни короля, приедут в Украину воевать за Украину. Ничего, друзья, этого не будет. Но будет помощь от Британии Украине, и она будет на долгосрочной основе. Вот вчера совпало, во время визита Риши Сунака произошло на самом деле два события. Событие номер один. Риши Сунак объявил о том, что в 2024 году Великобритания окажет военную помощь Украине на 2,5 миллиарда фунтов. То есть это около 3 миллиардов долларов США. Друзья, ну это серьезная цифра. Напомню вам, что военный бюджет Украины до полномасштабного вторжения там составлял порядка 4 миллиардов долларов США. А эта военная помощь от Великобритании, только от Великобритании, она сопоставима с дополномасштабно-вторженческим военным бюджетом Украины. Так что это серьезно. Для сравнения, военный бюджет России это порядка 100 миллиардов долларов США. Военный бюджет Украины это порядка 45 миллиардов долларов США. Вот теперь вы понимаете цифры, понимаете, да, место вот этих 3 миллиардов долларов в сравнении с такими цифрами. То есть эта цифра серьезная, но она не какая-то кардинальная. Но мы, конечно, благодарны Великобритании за эту помощь. Одновременно, вот кроме объявления об этом, кстати, что важно, там прозвучало, что там будут дроны и ракеты дальнобойные. Это очень, на самом деле, важное заявление. Так вот, потому что эти дальнобойные ракеты, напомню, Storm Shadow, британские ракеты, очень помогли Украине и уже нанесли несколько суперсерьезных ударов по российским военным объектам, флоту, Севастополю, и они реально эффективны. Поэтому еще раз, God save the King. Боже, храни короля, спасибо Великобритании. Одновременно с этим объявлением об этом пакете помощи, кстати, чтобы мы понимали, для сравнения с 2022-2023 годах, в 2022-2023 году были почти такие же цифры, 2,3 миллиарда фунтов, ну, а тут 2,5 миллиарда фунтов. В общем, чуть больше, чем было в 2022-2023 году, но важно, что больше, а не меньше, друзья. И вот тут ключевое, вторая часть, это подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Соглашение подписано на 10 лет, хотя, как говорит сам Риши Сунак, они смотрят на перспективу 100 лет и больше. Послушайте, что говорит Риши Сунак. But we need to do more. Our actions right now will determine the future path of the war. So far from our resolve faltering, the United Kingdom is announcing today our single biggest package of defence aid to Ukraine since the war began, worth £2.5 billion.
This will include more air defense equipment, more anti-tank weapons, more long-range missiles, thousands of rounds more ammunition and artillery shells, training for thousands more Ukrainian servicemen and women, and £200 million to build thousands more drones, the single largest package of drones given to Ukraine by any nation. In total, since the war began, the UK will have provided almost £12 billion of aid to Ukraine. And I'm proud that today President Zelensky and I have signed a new security agreement that will form the core of a partnership between our two countries that will last 100 years or more. This is the first in a series of new bilateral security assurances promised to Ukraine by 30 countries at last year's Vilnius summit. And it says that if Russia ever invades Ukraine again, the UK will come to your aid. Ну, понятно, про 100 лет мы понимаем с вами, что все-таки прием, конечно, больше риторический, но соглашение на 10 лет. Фактически это соглашение говорит, Великобритания будет вместе с Украиной как минимум еще на протяжении 10 лет. Это очень важное заявление. Почему? Да потому что сегодня весь расчет Путина на то, что он переждет, перетерпит. Вот сейчас вот ему надо еще там потерпеть годик-два, а потом все отвернутся от Украины, и он тут довершит свое черное дело. И вот этот договор с Великобританией, это важный ответ Путину. Нет. Не все будет как прежде, и никто не отвернется от Украины, и Великобритания будет с нами, вот она говорит сегодня, на 10 лет. Это серьезно. И это серьезно еще, кстати, вчера заместитель генерального секретаря НАТО сказал о том, что война, российская война против Украины может длиться и в 24-м, и в 25-м году, и в 26-м. Не дай Боже, конечно, мы этого все не хотим. Но почему он это говорит? Это тот же самый сигнал, который дает Сунак. Это все сигналы Путину. Мы не оставим Украину. Мы не отдадим тебе Украину. Это очень важный сигнал, и, конечно, мы должны быть благодарны нашим союзникам за него. Повторюсь еще раз, это важно. Но говорит ли это соглашение? То есть соглашение говорит, Британия будет оказывать Украине военную помощь, экономическую, там в кибербезопасности, по разным-разным направлениям, и это очень серьезно. Но говорит ли это, что Британия отправит сюда воевать своих солдат? Нет. Этого в договоре нет. И это нужно четко понимать. То есть нужно радоваться тому, что есть, но нужно четко понимать, чего там нет. А там нет обещания воевать за Украину. Помогать Украине воевать? Да. Воевать за Украину? Нет. Нам бы, конечно, хотелось услышать, что за нас будут воевать. Но мы живем в реальном мире. В этом реальном мире никто не хочет умирать. Но то, что нас не бросают, это уже очень важно. И мы же понимаем с вами вес Великобритании в международной политике. Это очень серьезный, это серьезнейший, друзья, сигнал. И это серьезный документ, которому нужно радоваться. Сейчас много сравнений с Будапештским меморандумом. Мол, опять какой-то меморандум. Но это совершенно разные вещи. Но Будапештский меморандум это, безусловно, катастрофа. Я здесь сравнений с Будапештским меморандумом, друзья, нет. Вы знаете мою позицию, кто следит за моими видео. Будапештский меморандум был огромной ошибкой Украины. Нельзя было отдавать ядерное оружие. Здесь все понятно. Но это совершенно разные вещи. Тот договор, о котором мы говорим сейчас, и Будапештский меморандум, сравнивать их даже нет смысла. Важно в этом договоре еще то, что Британия поддерживает наше вступление в НАТО. Но мы понимаем, что Британия это, собственно, один из основоположников, страна-основоположник НАТО. В общем-то, это, кстати, собственно говоря, была британская инициатива создания Североатлантического альянса. Поэтому, конечно, это очень важно для нас, для нашей перспективы вступления в НАТО. Поэтому за это, что называется, отдельное спасибо. Ну и давайте не забывать вообще, что, знаете, вот мы Великобритания, давайте вспомним, что тут так, место Великобритании в мире. А то там Медведев пишет истерические посты, и там россияне уже как могут пытаются принизить Великобританию. Но давайте не забывать, что Великобритания это постоянный член Совета Безопасности ООН. Ядерное государство, что очень-очень важно. Шестая экономика мира. Еще раз, шестая экономика мира. Ну, очень важно иметь такого союзника. И слава богу, что мы такого союзника имеем. И визит Риши Сунака в очередной раз это подтвердил. Ну, конечно, очень много в ответ раздается воя на болотах. Что, как, там, значит, почему? Ну, с одной стороны, там, принижают их, там, всякие Марковы там пишут, что это все ерунда, что, значит, Британии договора с ними не стоят ничего, но это они с собой путают, там, среди этих посты, значит, они, мол, кидают. Вообще, что, мол, Украине особо ничего не дали, а подтвердили, что будут давать помощь просто в долговременном режиме. Да, 100%, но будут давать помощь в долговременном режиме. Кстати, важный момент. Этот договор не требует ратификации. Это показывает его уровень. То есть договор важный, но еще раз не кардинальный. Он не будет ратифицироваться. И в принципе, любая из сторон может выйти из него, предупредив другую за 6 месяцев. Это нужно понимать тоже. Поэтому они пытаются, с одной стороны, этот договор принизить, но с другой стороны, пытаются дать и рассуждать, а в чем же, мол, интерес Британии. Я отвечу вам, в чем они там что рассказывают. Европа, зонтик. Геополитический интерес Британии остановить вас. Безумную Российскую империю, которая своими действиями угрожает Европе, в которой, собственно говоря, Великобритания и находится. Да, остров, но остров европейский.
Вот, собственно говоря, и есть геополитический интерес Британии. Остановить вашу страну безумную, которая постоянно грозит ударить чем-то по Лондону. Правда, при этом все ее богатые люди в этот Лондон ползут на карачках. Не знали, как туда залезть, какой там Челси купить, когда имели такую возможность. А потом ракеты, значит, долбануть его грозят. Остановить вашу безумную империю, которая травит новичком на территории Британии. Вы думаете, британцы это забыли? Я очень хорошо помню после отравнения в Солсбери, какой приехала британская делегация в парламентскую ассамблею Совета Европы. Но слово «ярость» — это, знаете, ничего не сказать. Потому что это было оскорбление и унижение для британцев, которые гордятся. Что там говорить? Британская империя еще недавно была, собственно говоря, главным государством на планете. Как говорили, солнце не заходит над Британской империей. Четверть населения Земли жило на территории Британской империи. Можем себе это представить? Поэтому, а вы там травили новичком людей в Солсбери, шпили-вили устраивали. В общем, все это Британия помнит, понимает, и в этом их геополитический интерес. И наш геополитический интерес сейчас с Британией полностью совпал. И как они говорят, в чем же, мол, у Британии нет друзей, есть интересы. У любой страны на самом деле есть интересы и ценности. Так вот, у нас с Британией совпали и ценности, демократия, права человека, верховенство права и геополитический интерес. Прикончить эту болотную зомби-недоимперию. Или как минимум поставить ее на место. Поэтому, друзья, хороший договор. Не тот договор, который изменит прям все. Важная военная помощь. Не та военная помощь, которая сейчас сломает хребет России. Но важная, которая позволит Украине сохраниться, защитить свою территорию, защитить свою независимость. Это та цель, которая сегодня стоит перед нами. Ну а там посмотрим, что будет через 10 лет. Держим строй, друзья. Депутат-утекач. Чергова серія про слуг народу. В цей раз Владислав Трубіцин, депутат «Слуга народу» Київради, ну до жовтня минулого року. Ну, унікальний персонаж. В 16-18 роках на нього складали протокол за керування транспортним засобом або судном в нетверезому стані. В 21-му році влаштував бійку в нетверезому стані вже в Київраді. У 22-му році був втік від НАБУ, коли отримував разом з помічником хабаря 1 260 000 гривень за встановлення МАФів в місті Києві. Далі був, на той момент він був головою комісії, ну, «Слуга народу», голова комісії з питань підприємництва Київради. Ну, в общем, персонаж, да, який. У 23-му році його нарешті позбавили мандату. Далі втік з України. Перетнув кордон по листу головного управління розвідки, підписаного Будановим. Ну, от така чергова серія про чергового слугу народу. Друзі, що привіз Ріші Сунак в Київ? Перше, військову допомогу на цей рік на 3 мільярди доларів. Багато це чи мало? Військовий бюджет України 45 мільярдів доларів. Тож це, в принципі, серйозна цифра. Військовий бюджет Росії біля 100 мільярдів доларів. Ну, ви можете зробити висновки. Цифра серйозна, але не критична. Але в будь-якому випадку важлива. Крім того, договір про співробітництво в сфері безпеки. Чи це означає, що британці будуть воювати за нас? Ні. Але це означає, що на наступні 10 років британці зобов'язуються допомагати нам зброєю, економічно, санкціями, розвідданими, що, до речі, є дуже важливим. Тому, друзі, коли мова йде про постійного члена Радбез ООН, про ядерну державу і про шосту економіку в світі, це важлива допомога. God save the king. Thank you to Great Britain.